8 мая Чикаго получил право первого выбора на драфте NHL 2023, и за следующие полтора часа клуб заработал 2,5 миллиона долларов на абонементах. Волна болельщиков забыла о прошлом сезоне, 30 место в общей таблице, 36 очков до зоны плей-офф, и думала только о том, чтобы увидеть первый сезон за Black Hawks канадца Конора Бедарда. Примерно через 4 месяца NHL выкатила календарь на следующий сезон и в его первый день специально свела Чикаго против Питтсбурга. Да, это так, признался вице-комиссионер NHL Билл Дейли. Расписание вечера открытия у нас стратегическое. Дебют Конора Бедарда против Сидни Кросби — это очень интересно. Даже если вы пропустили эти два события, вы все равно более-менее в курсе. Один из самых интересных игроков нового сезона NHL — это Конор Бедард. Компактный канадец с детским лицом, в котором видят будущую звезду уровня МакДэвида, МакКиннона, Кросби, Мэттиса или Джека Хьюза. Да, Конор — первый номер драфта, но далеко не каждый первый номер зарабатывает для своего клуба 2,5 миллиона еще до выхода на лед. Кстати, зарплата Бедарда в Чикаго 950 тысяч, и далеко не под каждого подтасовывают календарь NHL. Далеко не каждого сажают в прямой эфир рядом с Уэйном Грецки, ну так, обменяться парой реплик. Далеко не каждого перед первым матчем сажают напротив Сидни Кросби для интервью. Почему вокруг Конора собрался такой мощный хайп, что делает его самым ожидаемым игроком NHL последних лет, и как он показал себя на входе в первый профессиональный сезон? Поддержать мой канал можно по первой ссылке в описании, она переведет вас на ресурс Boosty, где я в свободной форме делюсь всякими оттенками хоккейного. Если вам интересно, почему Артемия Панарина клюшка длиннее, чем у других игроков его роста, я тоже клюшкой играю, не срастусь. И вы вообще хотите чуть глубже погрузиться в хоккей и открывать для себя всякие сложные приколы, то подпишитесь на мой телеграм-канал, это вторая ссылка в описании. На вопрос, почему в NHL так ждали Бедарда, есть очень простой ответ. В хоккее постоянно ждут новую суперзвезду, и суперзвезд в хоккее никогда не бывает достаточно. Вот смотрите, предыдущая эпоха дала одновременно Овечкина, Малкина, Кросби и Кейна. Причем обе Малкин и Кросби были в одном дивизионе и постоянно сталкивались друг с другом в плей-офф, и все равно не было ощущения, что в медиапространстве больше нет ни для кого места. Сейчас в NHL одновременно играют МакДэвид, Мэттьюс, МакКиннон и Макар, к ним в компанию напрашиваются Хьюз, Драйзайтель, Пастерняк и Кучеров, но все равно хочется чего-то нового. Мне кажется, так происходит потому, что всем нам чрезвычайно нравится смотреть именно за восхождением новой звезды. Когда МакДэвид уже зрелым игроком набирает 140 очков за сезон, это волнует не так, как когда мы впервые видим его на МЧМ. Похоже, виноват дофамин, максимальная доза которого в человеческом организме вырабатывается не после того, как в вашей жизни происходит что-то, чего вы долго ждали, а прямо перед этим. Предвкушение – самая сильная эмоция, и реализовать сейчас, в 2020-х, с нынешним развитием сетевых технологий вообще не сложно. Эй, видели того 8-летнего мальчишку? Это будущий Кросби. I gotta tell you though, when Connor was about 8 years old, a friend of mine was coaching him. He's like, you gotta come and see this kid. I go, who is it? He said, his name's Connor Bedard. I go, how old is he? He's like, 8. I go, I'm not going to an 8-year-old's hockey game. Maybe I should have gone. I would have watched him earlier. Бедард выделялся среди ровесников самого-самого раннего детства, и его очень рано вели как большую звезду. Например, его в 15 лет пустили играть в западную хоккейную лигу, хотя обычных парней пускают в 16. Таких игроков очень ждут на МЧМ, и МЧМ для таких игроков — это трамплин. Если прыгнул, то взлетаешь высоко, если свалился, то дальше на тебя смотрят значительно меньше. Бедард за полгода в 17 лет сыграл на 2 молодежных чемпионатах. В августе он набрал 8 очков в 7 играх, в декабре-январе просто разорвал. Его 23 очка на МЧМ 2023 — это не просто лучший результат турнира. У второго американца Логана Кули 14 очков, это 4-й результат в истории МЧМ и лучший результат за последние 30 лет. Ему было 17, МакКиннон и МакДэвид тоже приезжали на МЧМ 17-летними, но ничего подобного не показывали. 3 января Канада играла в четвертьфинале, и сыгранные словаки затащили ее в овертайм, где случился главный гол Бедарда на текущий момент. Он оказался под синей линией перед несколькими соперниками, застывшими в неподвижном ожидании, и показал, что в случае с ним неподвижность наказуема. В итоге Канада взяла золото, и на родине очень оценили слова Бедарда после этого сенсационного для него турнира. Сейчас я не хочу говорить о себе, речь не обо мне, мы только что выиграли крупнейший турнир в мире, я люблю эту команду, я люблю эту страну. И эта доблесть тоже сработала на Конора.
Потом Бедард вернулся в свою команду Западной лиги и в ее составе продолжил легендарный сезон 22-23. Во-первых, сказался тот самый гол словакам и перформанс на МЧМ. До Рождества его клубная команда Regina Pets собирала на играх в среднем по 3000 зрителей. Когда Коннор вернулся с МЧМ, продажи билетов выросли в 2 раза, до 6000, при этом домашняя арена вмещает 6,5. Полные арены собирались и на выезде в провинциях Саскачеван и Альберта. Когда Pets приехали на арену Saddledome, которую Calgary Flames делят с командой Западной лиги Calgary Hitmen, посмотреть на Бедарда собрались больше 17 тысяч человек. В такой атмосфере Коннор пробирался к историческому достижению – 143 очка в регулярке Западной лиги. У Чейза Виткрафта, который шел вторым, было 107 очков. Кстати, помните эксперта, которого звали посмотреть на 8-летнего Бедарда? Это Рэй Феррара, в прошлом профессиональный хоккеист, и в молодости он сам играл в Западной лиге и в сезоне 83-84 набрал 192 очка. Now, maybe the goalies weren't the same as they are now. Так что, с точки зрения истории, 143 очка Бедарда не выглядят огромным достижением. Куча больших игроков прошлого за один сезон набирали больше, и сезон Коннора среди всех только на 73-м месте, но такого большого результата не было 27 лет. После этого Бедарда начали рассматривать и описывать не только глаза клубных скаутов, но и авторы, вроде меня. И первое, что отметили все, это бросок. «Я видел, как он может бросать, это впечатляет», — сказал про Бедарда защитник Колорадо Кейл Макар. Коннор часто и легко бросающий кист. Если нужно, то кистевой у него вылетает очень быстро, незаметно и для защитника, и для вратаря, и получается очень точным. В кистевом броске Бедарда есть еще одна деталь, которая затрудняет жизнь вратарям. Коннор подсмотрел у Мэттьюса фишку с тем, чтобы в последний момент менять угол полета шайбы, поэтому его почти невозможно прочитать. Вот как это делает Мэттьюс. А вот исполнение Бедарда. Вот, если коротко, как это помогает. Мы привыкли смотреть на вратаря своими глазами, и так кажется, что разницы нет, двигаешь ты шайбу или нет. Но если посмотреть на вратаря буквально от шайбы, то понимаешь, даже небольшое изменение места броска в последний момент меняет угол полета и делает этот полет менее предсказуемым для вратаря. И это работает. Достойным уважения бросок Коннора, впрочем, делает не какая-то одна фишка, а совокупность навыков, которые он старательно оттачивал с самого детства. Он хорошо подстраивается под бросок из любой ситуации, к этому постоянно готовы его руки. Вот отличная иллюстрация того, сколько труда Бедард вложил в свои руки. Его родители рассказывали, в 12 лет Коннор травмировал серьезно правую руку. Ему наложили гипс, что означало 12 недель без полноценной работы. Хоккеиста это не остановило. Привычка бросать за домом забор взяла свое, и он продолжил практиковаться, но только вот одной левой рукой. В результате он прокачал вот такую удивительную штуку, которую до него я видел только в исполнении Алексея Ковалева – бросок одной рукой. Считаться особенным из-за одного броска в современной НХЛ невозможно. По-настоящему большим и выделяющимся на юниорском уровне игроком Бедарда сделало его игровое мышление. И если вы посмотрите пару матчей с его участием, вы тоже обратите внимание именно на это раньше, чем на бросок. Коннор не ультраскоростной парень формата Макдэвида и не ультраэнергичный боец формата Маккинона, но в игре его хорошо видно благодаря финтам и сверлым решениям с шайбой. Он читает ходы на 2-3 шага вперед, что больше всего меня удивило, когда болельщики и скауты смотрят на матч сверху и видно, какие у него есть варианты, разложил преимущество молодой звезды наш Сергей Самсонов. Для меня было в этом плане удивительно, какие передачи он отдавал. Понятно, что он забивная машина, заряжен на гол, но бывало так, что при игре вдвоем против одного он находил момент, чтобы вовремя отдать шайбу, уходил от выпада соперника. Бедард читал игру на шаг вперед и здорово просматривается, какие он передачи отдавал, например, в большинстве. Я был удивлен, что в таком возрасте парень так мастеровито играет. Все это важно еще и потому, что Бедард центральный нападающий. И в Чикаго на этом этапе сезона его ставят первым центром между Холлом и Доната. Центр двух первых звеньев в НХЛ — это суперценная позиция, которая тестирует понимание игры в первую очередь. Для 18 лет он один из самых подготовленных хоккеистов, которых я когда-либо видел, говорил его партнер по звену Тейлор Холл, а я нескольких таких видел — он и Коннор Макдэвид. Я бы сказал, что они были готовы к лиге примерно одинаково. Коннор Бедард уже профессионал на льду, он ведет себя как 26-летний хоккеист. Все это интересно было посмотреть в сезоне NHL, и в первых играх на Коннора постоянно были направлены все камеры всех стадионов. На Коннора и на его семью. Чикаго стартовал в сезоне с 5 матчей на выезде, и в этот тур за Коннором поехала его семья, мама, папа и сестра. И у папы нормально так подгорало, когда Коннор не реализовывал свои моменты. А не реализовал он их достаточно много. Вообще, в первых же играх Бедард показал себя очень бросающим парнем и легко выходил на бросок из всех ситуаций, которые к этому располагали.
Сейчас это уже не так, но после первых трех матчей Бедард был в топ-5 лиги по броскам в створ. После 6 матчей он был 13-м. Вместе с броском он показал умение ориентироваться на льду и применять эти свои приемчики. Вот, например, как он обошелся с Эриком Карлсоном в первом же матче против Питтсбурга. Другое дело, что от Бедарда, конечно, ждали чего-то в духе Сидни Кросби, и этого не получилось. 18-летний Кросби за 7 первых матчей набрал 9 очков и в первом сезоне выдал 102. У Бедарда после 7 было 4 очка, и этот темп обещает лишь 46 очков в конце сезона. Даже у Кори Перри, которому 38, и которого в Чикаго взяли отвечать за атмосферу, после 7 матчей было больше очков. При этом у Конора видно и другие проблемы. У него все очень плохо на точке вбрасывания. Понятно, что его ставили против Кросби и Мэттиса, но в этом же и есть вызов НХЛ. Если хочешь доказать, что ты лучший, доказывай это в игре против лучших. Он не очень внимательно играл в защите и в первой же игре упустил Кросби, которого вполне мог бы прикрыть. В целом, после нескольких матчей я могу сказать, что Бедард выглядит интересным, но сыроватым игроком. Конечно, надо учитывать обстоятельства его старта. Его сразу ставят против Мэттисов. Он находится в такой винегретообразной команде, у которой сейчас нет ресурсов бороться даже с Далласом. Но Бедарда ставили на уровень с игроками, по которым сразу было видно, что они особенные. И вот по Коннору пока такого не видно. Это не какая-то огромная проблема, потому что есть пример Джека Хьюза, парня, которому потребовалось время, чтобы окрепнуть и стать игроком вообще новой для НХЛ формации. Но я и отмечаю просто как факт. Даже среди новичков этого сезона Бедард не то чтобы выделяется, и траектория его развития, скорее всего, будет плавнее, чем была у Кросби, Малкина и Мэттиса. То есть его реальный масштаб — это вопрос следующих 2-3 лет, а не одной осени. Меня зовут Никита Петухов, увидимся в следующем видео. Пока! Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through.